запрет ношения женщинами мужской одежды. Тут ролевые игры и так дальше. Мне показалось это очень интересно. У вас, у нас еще есть силы, скажем, 15-20 минут обсуждать вопрос? Да? Ну, хорошо. Окей, тогда скажем, что это у нас на сегодня последний вопрос. Смотрите. Вот одна из идей, которую я хотел, да, это брать какую-то, какой-то сюжет, да, какую-то заповедь, которая не представляется каким-то главным, капитальным. Но вот именно здесь, интересно, вы сейчас увидите, да, меня самого поразило, как из капли выводят море, выводят просто мировоззрение. Да? Итак, запрет ношения мужской одежды. По-простому сказано, да не будет мужского предмета, в скобках одежды на женщине, и наденет мужчина женского белья. Почему? Ну, дальше круто. Ибо отвратителен Господу Богу твоему всякий, делающий такое. Да? Значит, мы в наших, в сегодняшних выражениях можем сказать, да, что такое? Это не просто как бы запрет ношения одежды, это вообще как бы, ну, вот это вот перемена ролей, это где-то феминизм, это не только переодевание, это исполнение женщинами мужских обязанностей, служба в армии. Есть очень много, когда начинается вот такое как бы смешивание. Есть те, которые говорят, нет, место на кухне, место там, то есть четкое разделение. Да, окей? Теперь дальше, смотрите, вот интересно, где доходит до мировоззрения. С одной стороны, просто читаю, потому что я себе выписал цитату. Гемара в Масехте Шаббат, да, она говорит, у бешма вы и бешмо. Дело идет не только в одеждах, а дело идет в том, что они и называют друг друга. Называют мужчин женскими именами, а женщин мужскими именами. Да? И дальше говорят, вьешкан бешум диврей эмори. Да? По-видимому, это эморийцы, да, и там идолопоклонство, все, по-видимому, это связано с храмовым, храмовой проституцией. Можно, можно я разъясню? Даркей Мори – это определенный закон, запрещает он, конечно, но это не идолопоклонство. Например, там много всяких занятных вещей. Запрещается танцевать во время готовки там, супа, да? Потому что так сделали эморийцы, не потому что это идолопоклонство, а вот мы не хотим прилипать к их законам. Окей. Теперь дальше. Задается вопрос, Нишерет Шейла, Машлили, а что такого в плохого в игру с именами? Почему плохо давать мужские имена женщинам и наоборот? И почему, делающий так, он приравнивается к эморийцам, которым явно отрицательное отношение, которое объяснила Нехама. Так вот дальше, теперь вопрос про мировоззрение. Меня это потрясло, да? Говоря, пишут так. Масбира Рая, то есть Рав Кук, что ахлафат, формальная перемена одежд, имен, да, атрибутов мужчин и женщин, на самом деле это выражение, написано «битуй ашкафатулам». Это выражение подхода к пониманию мира, к мировоззрению. Почему? Почему? Потому что дальше пишет, это ашкафа, то есть это мировоззрение, в котором есть следствие, пишет, просто скажу на иврите, кто понимает, потому что очень хорошо написано, ашкафа шиешла ашлаха альколь малахе ахаим шеля адам. Это ашкафа, то есть ашкафа, вот это мировоззрение, которое позволяет вот эти вот ролевые игры, как мы бы сказали, да, оно имеет совершенно существенный результат на жизнь человека. И дальше он говорит, Рав Кук говорит, «Ште ашкафот олам перед нами». Здесь перед нами две системы миропонимания. Одна – эмуна, то есть вера в божественное происхождение, а второе – это кфира. Кфира – это вообще атеизм, это отрицание Бога, отрицание божественного присутствия и так дальше. Как это можно понять? Я вам скажу, как я это понимаю, а вы дальше дополните. Мне кажется, что здесь есть вот эта вот дилемма. В чем заключается эта дилемма? С одной стороны, мы, современный мир, один из, как бы, мне так кажется, один из признаков, столпов современного свободного общества – это свобода волеизъявления человека. Чем меньше государство ограничивает человека,
тем мы считаем, что оно более правильное, оно более свободное. И в том числе, наверное, это выражается в ношении одежды, в давании имен и пятое-десятое. Да? И мы можем отсюда-отсюда, да, перейти к тому, что в Израиле только что был спор, этот спор идет все время, а что называется семьей? Тут висели плакаты, да, где было написано, значит, борцы как бы за чистоту стиля, скажем так, правильного мировоззрения, это я говорю без кавычек, а был очень простой плакат, висел. Папа и мама равняется семья. Тут же выступили люди, почему папа и мама? А если мама и мама? А почему нет? Запретили, сказали снять эти плакаты. Поэтому вот я представляю перед вами вот такую дилемму. С одной стороны, есть свободное волеизъявление человека, и мы его приветствуем, и мы считаем, что это проявление свобод человека. А с другой стороны, есть некоторый божественный императив, который, тем не менее, разделяет мужское и женское. И у нас это выражается в очень простой вещи – в смене одежд. Я кончил. Пожалуйста. Подожди, я не понял. Рав Кук написал конкретно, вот буквально про смену одежды, что она оказывает влияние так, на мировоззрение. Так, не знаю. Я думаю, к этому, да, я думаю, что к этому месту. Да. А может узнать конкретно, с какого места? В каком контексте? Я найду, из какого места, могу сказать на иврите, просто написать. Масбира Рая Шеме Эверла Хафа Фурмалит Шеш. Рега, эйфо Масбира Рая? Я приведу... Болот Рая... Нет, я напишу в чате. Рая, где? Это очень важно, потому что это мы... Может быть, это игрок, мало ли? Я тебе скажу, не написано, потому что он разные стороны разных... Написано бы сифро, эйн ая. Эйн ая. Это комментарий на этот Талмуд, понятно. Я знаю, что это такое. Окей. Это на трактат Шаббат. Вопрос, где баланс? Вопрос, не то чтобы даже, что правильно, как в этом сориентироваться? С одной стороны, с свободным волеизъявлением, а с другой стороны, с очень жестким императивом. Да. У нас в этой главе большое количество килаймов. Запрет на смешивание. Запрещается лен с шерстью. Запрещается мясное с молочным. Запрещается виноград с пшеницей. Хотелось бы, чтобы человек... Было прямым текстом написано. Запрещается делать из мужчины женщину, а из женщины мужчину. Но Тора сделала это специфическим образом. Она запретила переодеваться. То есть здесь идет запрет. Если Всевышний сделал Адама и Хаву, то не надо Адамав какой-нибудь один, понимаете? То есть здесь речь идет о запрете смешивать мужчину с женщиной. Нет. Смотри, давание имен в Израиле. Это очень распространено, я просто это вижу. Понятно, что те, которые как бы соблюдающие, те, которые религиозные, они придерживаются традиционных вещей. Я не говорю Авраам, Исхак, Яков. Но вообще есть, называется, злига, есть такое сползание. Есть очень часто распространено. Я не думаю, что у людей есть как бы специальный замысел, да, как бы причинить ущерб, не знаю, или божественному мировоззрению. Нет, не так. Но тем не менее в этом есть что-то от этого, когда есть тенденция именно специально давать имена, которые сначала непонятно. Даниэл, Даниэла, Ярдена, все время. Ты приходишь к людям в семью. Ты не понимаешь? Я не думаю. Это в современном Израиле просто вообще очень много новых имен. И есть много имен, которые действительно годятся и мальчику, и девочку. Ничего такого. Это совсем, мне кажется, не то, что Талмуд подразумевал. Это когда ты даешь однозначно там мужское имя, или Ривка, например, мальчику. А Ашир, это может быть и женское имя, и мужское имя. Или там Йона, это может быть и женское, и мужское имя. Это очень часто с этим встречаешься. Это то, что есть у нас в реальности. А про Рава Кука я все-таки думаю, я еще раз посмотрю. Но мне кажется, то, что он говорил, он не говорил про нашу реальность. Он комментировал Талмуд и хотел сделать намек на более глубокие посты какие-то. Сказать, что не то, что конкретные вещи, вот-вот, когда у нас начнут женщины носить брюки, а мужчины шотландские юбочки, все, тогда это, значит, фера. Он хотел объяснить, что одежда очень много определяет. Это действительно так, потому что вообще, говорим, каббалистически есть такие идеи про
то, что наш мир называется мир одежды, что он одевает более... Это сложные какие-то такие конструкции, в которых я не хочу влезать. Но я, мне кажется, Рав Кук говорит вот тут о более глубоких вещах, что одежда, она очень важный аспект, что не нужно здесь смешение. И конкретно она мешает, намекает, может быть, и на то, что Дима сказал, что не нужно смешивать. Надо сказать... Но вообще, в общих чертах, а не только, так сказать, конкретно в одежде. Извини, что я только хочу добавить, что вообще говоря, одежда — это общественная... Он говорит про имена, я только говорю, он подчеркивает, он говорит про имена. Он говорит про имена. Ну да, но тем не менее, Ицхак – мужское имя, а Ривка – женское. И в этом мы мнение не перепутаем. А Йона, может быть, и того, и другого. Я хочу сказать просто, что отметить в скобках, что понятно, что мужская или женская одежда не определяет нам этот тара. Это определяет принятое в обществе. Если в Шотландии принято, что мужик ходит в юбке, это мужская одежда. Если принято, что женщины там в арабском мире ходят в шароварах, это женская одежда, хоть это и штаны. А мужчины там ходят как-то в длинных этих самых халатах, это мужская одежда. То есть это все очень гибко. И нет однозначного определения. Но понятно, что мы не хотим, чтобы было смешивание тогда. А если мы в оригинале прочитаем это выражение «не носить мужской одежды», то там вообще одежды нет. Там написано «Клей Гевер». Да, поэтому сюда еще привел правильно «не носить оружие». И учил, где одежда? Нет одежды. А дальше мы переходим в армию и женщины в армию. Всю проблему вторую, номер два уже будет. Еще хуже, чем одежда. Может ли женщина носить оружие? Ну, там написано «симла» потом. Потом написано «Симла», да? Да, то есть на «Кли Гевер Аль Иша» в «Лойл Баш Гевер Симлат Иша». То есть отношения мужчины и женщины по-разному сказано. Отношения мужчины и женщины абсолютно разные. Смотрите, интересно, да? Ну, то есть точка зрения, что здесь говорится об оружии, да, но это не на 100%. Не по всем мнениям. Килим – это может быть то же самое с профессией. Запрет женщины заниматься мужской профессией. Что такое мужская профессия? Смотри, это болезненный вопрос. Современное общество ты не можешь физически запретить. Я не знаю, как это в других странах. В Израиле 100%. Если человек, работодатель на работе каким-то образом дискриминирует женщину, самое худшее, что он может сделать, то есть хуже этого может быть только, если он ее за что-то ущипнет. Тогда уже просто конец, понимаешь? Но до этого, и с каким-то образом она докажет, что ее не продвигали, потому что она женщина, ему конец. Ему просто конец, 100%. Понимаешь? Друзья, а можно узнать, какая конкретная одежда имеется в виду? Сейчас, секунду. Да, да, мы слушаем. Какая конкретная одежда имеется в виду в тексте? Можно узнать или нет? Я же как раз и говорю, что никакой конкретной одежды не имеется в виду в тексте, а имеется в виду... Нет, там написано «мужская одежда». Запретана. Да, мужская. В этом обществе считается, что мужская одежда – это брюки или там фрак, или еще что-то. И а женщина, что, в то время кто-то носил брюки? Нет, а в то время не носили брюки. В то время была другая одежда у мужчины, другая одежда у женщины. В каждое время, в каждый период это, под это определение попадают разные вещи. Это, так сказать, естественным образом. Знакомые мне женщины, включая Нехаму, сейчас, секунду, включая Нехаму, да, они вот с удовольствием рассказывали, что, например, в Советском Союзе, да, когда люди стали соблюдать и пятое, и десятое, все ходили в джинсах. Это не было здесь. В Израиле, если женщина с платком на голове, и она в джинсах, но ты, естественно, тут же ставишь... Это встречается. Наоборот, да? В известной такой книге «Три в одной лодке» там израильская религиозная женщина написала... Они втроем, три религиозные женщины, путешествовали по маршруту «Трое в одной лодке». И там очень много шуток. Она в стиле написана Джером. И одна из шуток, она там говорит, «Ну я не могу себе позволить ходить без головного убора, потому что я хожу в джинсах». То есть наоборот получается, что должно быть у нее... Но это Сэмель. Да. Не тот, так другой. Поэтому это совершенно не всегда ходит вместе. Или наоборот. Я не могу ходить в джинсах, потому что я не ношу головного убора. Ну да, либо крестик с ними, или это известно. Что... Ну да, нет, должно быть какой-то... Что-то отмечает мою религиозную, этот самый... Вторичный религиозный признак, это называется.
Да. Были такие очень сильные наезды нерелигиозных и таких атеистических ашкеназим, которые там просвещенная элита, на женщин из восточных общин и говорили, что у них на головах у них такие тюрбаны, которые похожи на Эйфелевы башни. Это тоже один из признаков, да, типа того, что ну, это ребята вообще дикари, сычу у них на головах вообще. Окей? Ну хорошо, кто-то что-то хотел сказать, я слышал голос. Нет? Да, Гриш. А может ли быть такой смысл, что не предъявлять к мужчине и женщине одинаковых требований? Просто хотел рассказать тоже историю из жизни. Вот смотрите, на прошлой Олимпиаде, на последней, придумали смешанные эстафеты. Значит, и подразумевалось, естественно, что все-таки мужчина будет бежать с мужчиной, а женщина с женщиной в соперничающих командах. Вот. Но это не было прописано в правилах. И некоторые команды решили сделать так. А вот давайте мы нашу самую лучшую бегунью выпустим вместе с мужчинами и таким образом выиграем несколько секунд. И когда это стало происходить, то все комментаторы, все тренеры пришли в ужас. А если они там столкнутся вообще на этой беговой дорожке, эти здоровые ямайцы, они же эту женщину просто вообще затопчут. Вот. И как она себя чувствует, если она бежит в своей самой лучшей форме и все равно самый тихоходный из спортсменов мужчин ее обгоняет. Какая психологическая травма. То есть все-таки где-то есть граница. Я вот это хотел сказать. Да, 100%. 100%. В чате все видят, да? Здесь вот некоторые технические замечания для тех, кто живет на Украине или в Украине, да? Меня поправляют сюда. В Украине женщина не может быть машинисткой, сколько локомотива. Джинсы – это роба. А ее все работающие могут носить. Ну, вот это вести как бы с места. Окей? Хорошо? У нас, смотрите, ну, опять, у каждого свои, как бы, реалии. В Израиле все время вспыхивают. Очень острая была дилемма. Сейчас она немножко, она, как бы, спустилась вниз. В самом случае, я их не знаю. Сначала были, они называются самолетчицы. Те, которые на самолетах летают. Боевые самолеты. Это самая-самая элита. 100%. А женщины все время, девушки пытались туда прорваться. Теперь дальше. Второе, это были танкисты. То есть человек, который в танке. Не просто танк, а командир танка. Дима пожимает, имеет непонятно. Я тебе хочу сказать, просто фактаж. Они это выиграли. Почему? Потому что они обращаются в конце в Высший суд справедливости, который постановил, да, может быть. Потом уже армия, как бы там, не знаю, там свои начинаются расклады, почему. Армия решает то, что ей выгодно, конечно. Ну, более-менее, но она боится. Армия боится показаться несовременной. Возможно, что там тоже есть некоторые соображения, которые не чисто связанные, как бы, с военной. Происходит. Ну, я не знаю. У меня, например, сын артиллерист, да, у него тоже такие похожие на танки машины. И там девушки служат довольно давно. И армия очень прекрасно с ними распорядилась. Они артиллеристы, они же таскают эти снаряды со страшной скоростью, их заряжают. Это очень тяжелая работа вообще физическая. Давайте проголосуем. Так они, девушек посадили на наводчиц. Эти же самые батареи, там, в которых они сидят. И они там наводят, а мужики стреляют, и все очень хорошо. До голосования. Наш общий знакомый Гриша Идельсон. Они все в семье небольшого росточка. У них известна Таня Идельсон. Небольшого росточка. Эта Таня была Мадриха Ширьон. А именно, как это, наставница, инструктор. Знаменитые фотографии. Огромный танк Меркава, не знаю уж какой марки, да? Не маленькая Таня. Таня после этого была Кцинат Битахон в Шхеме. То есть это, как это называется, офицер, печающий за боевые операции в районе Шхема. Ну, давайте знаю. Проголосуем. Давайте. У нас у всех есть кнопочка «Поднять руку». И кроме мы меня. Сделаем два вопроса. Да, но я здесь... выступает за смешение мужчины и женщины и на передовую... женщин пускаем в десант. Я не считаю, что нужно тут голосовать. Мы здесь ничего не решаем. И не нужно, так сказать, так упрощать эту проблему. Она непростая. Зачем? Мы за, мы против. Там. Я не люблю, когда женщина занимается боксом, когда начинает она на передовой воевать. Это неправильно. Это изначально неправильно. Дима, ты голосуешь, ты задумывал украинскую армию. Это может избавить женщину
изначально, чтобы не быть вот той красавицей, которая заберут тебя в дом, вот, а потом отъедет. Заниматься боксом это же полезно, очень сложно. Я, конечно, дико извиняюсь. Конечно, замечательно. Таню в танке никто не возьмет. Все правильно. Можно добавить одну маленькую вещь? Мы об этом говорили еще в советские времена. И был такой прекрасный фильм «Понедельник начинается в субботу». Там одна девочка писала: «Я хочу быть мамой. И я хочу, чтобы у меня было четверо детей». И я доживем до понедельника. Доживем до понедельника. Да. А я как-то сказала... Не важно. По-моему, я так и сказала. Понедельник начинается в субботу, у вас Стругацкие вылезли. А, да, это я извиняюсь. Нет, конечно, называется «Доживем до понедельника». Да, так вот... Так вот, это осталось до сих пор проблема. Вы знаете, женский труд, он очень низко ценится обществом. И пока женщины могут много. Когда у меня внучка как-то спросила: мама, а почему мальчикам делают бар-мицву и такой праздник, а девочкам почти ничего не делают? Или она мне сказала, да, и она говорит, и вот, я, понимаете, она мне вот такие вопросы задавала. Я ей сказала, Хелечка, дело не в этом. Есть вещи, которые женщина может делать, практически все, что может делать мужчина. Но есть вещи, которые женщина может делать, а мужчина не может. Вот эти вещи в обществе не ценятся. А, да? Понимаете? И до тех пор, пока эти вещи в обществе не ценятся, женщины будут служить в танках, будут делать всякую мужскую работу, будут носить оружие. Они все это делать будут, понимаете? Потому что, например, вот говорят, женщине не нужно брать в армию, почему? Чтобы она оружие не носила. Это типа мужское клин, там, оружие, да? Вот. И никто не сказал, что женщина делает шрут свои шана каждый год, когда каждый ребенок, которого она рожает, это год шрут свои минимум. Никто же это не говорит. Никто же не сказал: освободите женщину от армии, потому что она рожает детей. Это же никто не говорит в Израиле, это же рта никто не открывает. Не говорит, она освобождает. Ну они сами хотят. Цифры, но они сами хотят, это не мы боремся, это они борются. Посмотрите, какая слава Таила вокруг тут спиньет. Девушек, которые сидят на приборах, которые обнаруживают этих самых. Подождите, так это же... Это же противоположное тому, что я говорю. Это же противоположное. То есть, если бы наши люди, рабаним, наши люди, которые определяют направление общества, они бы сказали наоборот. Подумаешь, там она эти снаряды таскает, в танк запихивает. Это каждый дурак может сделать. А ребенка родить, ценно. Понимаешь? Не каждый дурак. Если бы ценность... Вот если бы вот это вот была в обществе ценность вот этой работы, тогда можно было бы говорить о том, что женщины не пойдут в армию. Потому что противно, женщины могут запихивать снаряды в танки. Может быть, хуже, чем мужчины, но могут. Рожать детей мужчины не могут никак. Среднего качества, плохого качества ребенка родить не могут. Понимаете? А это большая работа. И я знаю, например, я знаю одну молодую женщину, она профессор в университете. Она, да, может быть профессором в университете. Она говорит: я не хочу рожать детей. А почему она должна это хотеть? Профессор, все говорят: вау. А мама кто говорит вау? Ну, окей. Вот, значит, вот, по-моему, согласна. Это очень идеальная вещь. Дима, прекрасно, спасибо большое, прекрасно. Да, но это замечательно, но это изменить за один день невозможно. Никто этого не ценит совершенно. Это реально, в обществе не ценится, супругами не ценится. Ты должна, ты у плиты, ты со стиркой, ты с детьми, ты должна детьми заниматься, ты должна их рождать. Ты должна их воспитывать, а я, так сказать, буду заниматься высшими материями. У нас послеродовой отпуск дается мужчинам. Я от той части населения, которую назвали дураками. Почему? Потому что они не могут как бы рожать детей. Я сын. Ну, опять, понимаете, потому что, опять же, никто же не сказал, что ребенку нужна мама. У меня вопрос к Нахаме и к Шифре.
А как можно оценить, какую оценку вы ждете? Вот мне интересно просто. Как должно общество выразить вот эту оценку того, что женщины могут делать? Что должно произойти, вот по-вашему? Это отношение. Какое отношение? Я не понимаю, какое отношение конкретно? В чем это должно выражаться? В чем? Ну, мне вообще кажется, я извиняюсь, конечно, что я влазю, это должно идти из семьи, и дома это должно привиться, что ты женщина, что ты царица, что ты принцесса, что ты самая лучшая. А уже когда, ну, как бы, когда ребенка ну, не привили к этому, что она женщина, и показать все плюсы и минусы, то, ну, слабо уже говорить, что должно общество сказать. Прежде всего, это должна сказать семья. Знаете, это противоположное тому, что я сказала. Я сказала, что это не должно идти из семьи, это должно идти от общества. Это должно идти от нашего Кнессета. Я вопрос вам задала, каким образом от общества должно это, что должно произойти в обществе, что должно сделать общество, чтобы было понятно, что женщину оценили. Во-первых, освободить женщину от армии не потому, что это ее обижает, а наоборот. Наоборот. Потому что это унижает женщину служить в армии, потому что она выше этого. Понимаете? Ага. Она может что-то... Вот, так это должно идти от наших политиков, от наших рабоним. То, что я сказала, те, кто определяют общественное мнение. К сожалению, этого не говорят. Они, политики. Они идут за феминистками, поэтому вот служат в армии и так далее. Если проведут голосование... Так вот именно! 100% женщины проголосуют, молодые девушки 100% проголосуют. Ну, что я вам скажу, ребят? Я как феминистка вам скажу. Я всегда ощущаю, что все, что нам говорят, например, вот вроде как говорят, ой, ты такая ценная, ты можешь там рожать, ты должна содержать дом, ты должна там... Зачем тебе нужно молиться, зачем тебе нужно учиться? Ты вот сидишь там, стой у плиты, и ты тут будешь царицей у плиты. Ну, спасибо, но это все неправда, просто это лицемерие. Если бы это было... Не нужно было бы все говорить, если бы это было правдой. А у нас постоянно вот это вот что-то слышно. И на самом деле я не готова принимать это, покупать за чистую монету. Потому что реально это не так. Это не так и в семейной жизни, это не так и в отношении общества к тебе, где ты работаешь. Нет, не то, что не всюду. Некоторые люди действительно уважают тебя за то, что, мать, за то, что ты тащишь, за то, что ты все на себе выносишь. Но реально, на самом деле, конечно, это не так. Потому что есть вещи, которые ценные в глазах общества, а есть вещи, которые не ценные. А как это исправить, я не знаю. Ну, просто это не так. Окей. Но любое же общество составляет семья, не какие-то же ну, кто-то. Я тоже думаю, что многое зависит от семьи, но не только от семьи. Это складывается также и в общественном отношении. Да? То есть, когда тебе каждый мужик там на повороте, если ему не понравится, как едешь, говорит, дамочка, возвращайся в свою кухню. И когда ты захочешь что-то так сказать, то ну хорошо, она там женщина, ладно, дайте ей высказать. Но есть другое отношение, я с ней тоже встречалась. Поэтому оно не широко распространено в обществе. В принципе, так. Просто формально нам кажется, что мы живем в мире победившего феминизма, и женщины тут всем заправляют. А реально, когда ты имеешь дело с конкретными людьми, то все не так. Бехама, у нас женщины не служат в армии, но все, что вы сказали в отношении на машине, когда едешь в машине, вот я когда стала водить, я тогда столкнулась просто с жестким вот этим отношением. Никогда в жизни не сталкивалась. Ну, не только в машине, но это просто ну, типичный я пример. Говорю именно про это. И вы просто привели в пример это. Я вам говорю, что у нас тоже так же. Хотя женщины у нас не служат в армии. Ну, конечно, это не связано. Нет, идея, как я поняла шифры, что то, что толкает женщину в армии и в профессуру, и делать карьеру, это то, что там она ощущает себя важным и нужным человеком. А то, что она воспитала 8 человек детей, то, что она там всю свою жизнь там мыла, убирала, стирала, гладила и за всех заботилась, это так, как бы надо, а что ты еще хочешь? Это твое, так сказать, ты...
Дорогие женщины, вы поняли ваши проблемы. Я еще хочу добавить, пожалуйста. Вот Натан сначала сказал, что есть свобода выбора. Но, по сути, ни в одном государстве свободы выбора нет. Разрешены гей-парады, а рядом антигей-парад провести почему-то нельзя. А какой свободе выбора? Почему нельзя? Разрешают? Ну, я говорю за нашу Украину, например. Я не говорю за другие. Но вот у нас в Украине это так. А у вас, они, наверное, опасаются какого-то столкновения, я думаю. Народ горячий там. У нас всегда проводят параллельно. Вся она мода, она кем-то толкуется и кем-то навеивается. То есть у нас, по сути, нет вот этого, ну, как бы, вот свободы. В любом случае мы в каких-то обязательно рамках. Ну, правда, да, свободы. Okay. Я, мне из того, что было сказано, действительно, вот знак вопроса, я действительно подумал, странно, что об этом не говорят в Израиле, почему служба девушек в армии, нерелигиозных, я подчеркиваю, религиозные получают освобождение, если они декларируют себя. Почему служба нерелигиозных является обязательной? Вот эта обязательность мне тоже, вот сейчас она мне не очень понятна. Почему это надо делать обязательно? Я бы не делал это обязательно. Вот это может быть. Натан, я вам добавлю, это прямая дискриминация. Потому что вот у нас, например, делают такие, все время к нам приходят и говорят, нашим ле мада, и это обозначает женщин в науку, то есть они хотят нас продвинуть на вот главные PI должности в науке, да? Они говорят, ну почему ты не хочешь? И ты попросите, говорят, а где вы работаете? Смотрите, я знаю, но чтобы народ знал, а где вы работаете? В Вайцмане. Вы довольны? Институт Вайцмана. Вы довольны? Вам там интересно? Ну, безусловно, мне интересно, да. Так а в чем вопрос? Но я не в треке PI. А? Я вам объясняю. А в чем вопрос-то, да? Есть трек PI. PI – это вот профессор, это главный профессорско-преподавательский состав. Принципиальный инвестигатор. Я не знаю, как это сказать по-русски. Вот. Есть второй трек – научные сотрудники. Я вот в этом. И большинство женщин вот в этом треке – научные сотрудники. И нас все время пихают в главный трек, вот этот, профессорско-преподавательский состав. Главный, очень да? Хорошо. Вот, нет, так я вам рассказываю. Подождите, я зачем-то это рассказала, не для того, чтобы рассказать, как все здорово. Значит, вопрос вот в чем. Когда начинают спрашивать, почему вы, женщины, не хотите, а все говорят, нет, я не хочу. Начинают спрашивать, почему. И начинаются ответы. Каждая женщина молодая, она в 18 лет идет в армию. Теперь она отслужила армию, она возвращается, она уже в возрасте, она начинает учиться, то есть у нее вот эти 2-3 года, которые она потратила на армию, она продвинулась в своей жизни, она уже достигает такого возраста, когда у нее семья, когда у нее дети, когда у нее муж, и тут ей говорят, постдокторат за границей. Если ты хочешь делать карьеру, ты должна делать постдокторат за границей. А у нее уже семья и дети. Понимаете? Это okay. Нужно взять в расчет, потому что... А мужчина, он делает постдокторат за границей, у него тоже жена и дети. Ну, вы знаете, это немножко другое. То есть ладно, давайте на этом закончим, поздно просто. Да, это я согласна. Да. Большое вам спасибо, было очень приятно с вами. Наши, это дико интересно. Рассказывайте нам про институт Вайсмана, это дико интересно будет. Как там продвигают женщин? Женщины жалуются, что их продвигают. Я такого вообще не слышал. Женщины жалуются, что их продвигают. Ну хорошо, с этого говорю. Нет, я вам сказала, почему женщины... Я вам рассказала, почему женщины не продвигаются. Да. Они не могут продвигаться, они не хотят. Да. Окей. Современный же феминизм начался же фактически с еврейских женщин в 19 веке. Вот не забывайте, что в принципе, с точки зрения того, что впереди шли русские дворянки вместе с еврейскими девушками, которые не хотели традиционной себе еврейской семьи, жизни, потому что считалось то же самое Гесси Гельман, на суде сказала, что она ушла из своей еврейской семьи, потому что она не хотела выходить замуж, чтобы кормить своего мужа. Я вполне понимаю.
В общем, мы нашли. За что боролись, на то и напоролись, на самом деле. Все, замечательная историческая справка. Я просто боюсь, что в конце мы сейчас народ совершенно разбежится. Смотрите, давайте подведем некоторую черту. Мне кажется, скажите да или нет, мне кажется, что первый выстрел, он был достаточно успешный. Мне кажется, мы отлично пообщались, да? И не просто как бы в кругу, но мне кажется, это реально было какое-то то обсуждение, которое, ну, знаете, у меня было в голове. Правильно? Я призываю тех, которые принимали меньшее участие, принимать участие, да, и быть тоже активными. Мне кажется, это живая Тора. Я прошу прощения за банальные высокие слова. Но в каком-то смысле это действительно живая Тора. Окей? Всем счастливо и до свидания.